Вчера батареи в контроллерах менял. Окей, сейчас, секунду. Сейчас батарею в контроллере поменяю, и все появится. Так иногда бывает. Сейчас все будет. Так. Картинки нет пока, да? Бля, собака на улице орет, какой-то пиздец. В принципе, можно просто Blade & Sorcery поставить на вывод. Вот. Бля, какой я жесткий, растянутый, пиздец. Бабузян, ты это видишь? Да, похож на себя. Красиво, красиво. Ну, она просто по умолчанию в 720p почему-то работает. Сейчас попробую через мир ее вывести. А, вот все через мир. Пошел вывод. Блять, Oculus Mirror, захвати мне. Миррор мне, блядь, захвати. Сейчас у меня UBS не хочет почему-то. Ладно, да, попробую так поставить ее. Пока что, для начала. Поржешь. Вообще она просто в 720p почему-то. Я имею в виду, нет, мне, пожалуйста, вот этого великого героя меня верните. Все, адаптировал. Ага, работаем. Великая игра про великую войну. Так, ну что, Бабузян, как тебе, нормально? А, у меня некий баг. Нихуя пинок мощный. У меня некий баг произошел, у меня контролсы не работают. Я думаю, что из-за этого мира-то и не ловит ее. Сейчас ее перезапущу. Так, еще раз. А, вот, наверное, Oculus Train надо сначала запустить. Так, теперь Oculus Mirror. А теперь имеет смысл Blade & Sorcery запускать уже. Сложная схема, я понимаю. Это та самая игра с боями на арене? Да. Великая игра в Великой войне. Так. Ну где там Мидир? Сейчас. Мидир Шит Итер. Все, картиночка есть? Все видно? Ебать. Смотри, стильный парень. Это я. Так. Все, начинаем играть в Dark Souls 4. Выбираем арену, где будем сосать. Откуда у тебя демка Kingdom Come 2? Это не... ну... вот так вот, надо знать свои источники. Так, я буду Палпатином сегодня у мамы. Ну это по секрету, это никому не говорить. Ладно, вот сюда отправляемся, короче. Так. Ну что, для разминочки, какое оружие возьмем, Бабузян? Булаву. Ну, булаву не люблю, я люблю мечи. А что меня спрашиваешь тогда? Булава для дебилов. Чтобы сделать вид, что ты меня беспокоишь. Хотя я тебя уважаю, конечно. Но клеймор я уважаю больше. Чуть-чуть. Клеймор, понятно. Клеймор, да. А что, у тебя проблемы с клеймором какие-то?
А, да, он для дураков. Направлять в сторону врага, как бы. Так, берем, значит. Давай возьмем, что? Как что возьмем? По сложности. Very easy. Very easy, слишком easy. На мини написано. Давай сначала для разминки дуэлечки погоняем. Так, классик. Поехали. Так, за дедов. Так, кто даже не цвай? А? Понимаешь, если уж берешь двуручник, то почему не цвай? Вот только клейма. Сейчас, секундочку. Серьезный порез. Просто положил на него меч. Тут возрастающая сложность будет. А еще и Палпатин. Ну, сейчас, секундочку. Так, ладно, подожди. Я занят, я мне в меню сижу. Там заклинание забыл прочитать, Андрей. Привет, Виталий. Такое что обещал, по-моему, ты можешь просто держать его. А, вот так нормально, кстати. Опа! А что ты его саблю зарядил? Парень приболел. Андрей, это как работает? Ты ему заряжаешь саблю или из-за того, что на нее накладывается шок, он ее выбрасывает из рук? А, выбрасывает. Ну, может, или заряжаю. Сейчас, подожди. Меня нападает. Опа! Спарировано. Давай, давай. Опа! Оп! Откуда ему? Откуда? Опа! Оп! Какая ты дерзкая, сука. Опа, поймал. Давай. Так. Опять поймал. Опа. Проверяем. Все, отдыхай. Слезь. Мой. Так. Я могу свой меч перейти? Киоск. Так, не понял. Так, так, ну давай. Одолел. Так, тут возрастающая сложность, то есть поначалу могу простые, потом сложнее. Я не понял. Так. Все. О, видишь, парень с баклером бежит. Так. Пендель. Блять. По-моему, тебе можно просто направлять меч в сторону. Что? Врага. Вот это да! Я вот буду сказать, да. Что Альфа Футажи и Элден Ринг убьет неплохо. И вообще-то это демка КЦД. Нет, кстати, да, это вторая часть, точно, да. Я перепутал. В конце тебе пан Кобыла говорит молодец. О, смотри, этот парень уже умеет вывоиды. Опа! Смотри, спидит. Дает тоже на броню. Смотри. Оп, так. Опа! Давай, оп. По химии. По скалогриму? Опа! По химии. По химии, блядь? Давай. Вот по химии все. По химии просто приложил меч к врагу. Вот. По химии, блин. Не, в смысле, это так работает, братан, от клейма. Просто прикладываешь к ним. Не надо, пожалуйста, не надо. Давай с прыжка уберу ее. Зафиксировали победу. Нихуя ты не нападает дерзкая. Смотри, сейчас что покажу. Отдай сюда, блядь. Давай сюда щит, сука. Сука, дай сюда. Да, давай, 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 давай. Опа, опа! Блять, гробатаки поломанные проводит. Опа! Как у босса. Наказал. Так, так, ну-ка давай. А можешь несколько человек насадить на да, мяч? Да, несколько, с трудом можно. Я потом поставлю режим, чтобы несколько было. Все, отдыхаешь? Вот теперь отдыхаешь. Давай мельницу исполняй уже. Мельницу? Работаем. Блять, не умею еще мельницу исполнять. Зел 360 дал. А как надо? Ты видел, как мельницу исполняет? А вот сейчас, головой. Подожди, видишь, она щитом не дает. Тут же оружие, реально физика есть. Сука, конечно, ты дерзкая. Давай на физику начнем. Так, лежите. О! Лорд, надо шпагой, как доктор Ливси, блядь. О, бери ее палку. Подожди, сейчас. Шпагой, как доктор Ливси, можешь?
рапиркой в пузико. Со спины на меня хотела напасть, да? Рапиркой в пузико? Щит поставить научись, дуреха. Тарарай, тарарарарай, тарарарарай, тарарарай. Нет, клеймором крутить тарарай? Ты как себе это представляешь? Тарарай, тарарарай. Он для тебя нихуя не весит, что-то на самом деле. Что ты в самом деле, как будто он для тебя что-то весит? Весит? Вот, я... А, я не говорил бы, что... Легко кистью махнул, враг улетел на 2 метра. Нет, ты не понял, тут у оружия задержка, чтобы оно двигалось как реальное. То есть ты его двигаешь рукой быстро, а у оружия дилей. Как ты мне в ножку-то прошелся, а? Блядь, то, что происходит на этом стриме. Так. Что на моем стриме происходит? Что вы устроили? На твоем? Да, на моем. Ничего интересного. Подожди секундочку. Все, одолели. А, Андрей снова в VR играет? Да, я играю в Dark Souls 4. Так, сначала, прежде чем мы перейдем к следующей волне, надо накатить за дедов. Зарик, ты скачал BF4? Нет. А что, не скачать? Положил. Питали. Бабузян! Ау. Видал? Где Катя? Поушен принял. Да, нормально. Позовите женщину. Как бунак выяблился. Да. Так, выбираем режим жестче. Давай, попробуем. Давай, режим мясник из Блавикина. Ну тут я пососу. Ну давай медиум возьмем первую волну там. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьми оружие посолиднее. Че вы там делаете? Заходи, когда нас ты не видишь. Че? Посолиднее? Да. Посолиднее? Заходи, увидишь. Ооо. Оружие, ёбаря. Я не понял, кому на стрим-то зайти, чтобы посмотреть, что? Кому-нибудь зайти уж. А мне, меня иметь начали. Да, а меня поимели, меня в Resident Evil 2 поимели в канализации. Я протестую. Я не умею молотом работать. Ты в курсе, что можно не просто добывать руду из врага? А, понятно, Бебезян тут, точнее, Андрюха сношает бедных крестьян. Да. Вот. Одолел, о, так. Блин. Нет, ну после этого чпунь в голову. Да подожди, он топор подбирал так нечестно. Что ты его это валишь? Это средневековье. Понятно. Сейчас, тихо. Блин. Так, дисмембермент. Так, нет. Тут не есть дисмембермент. Просто надо очень точно ударить. Я с такими навыками владения молотом я бы тебе отправил руду добывать. Так, кинь в него, так. Кинь в него молот. На каменолом. На каменолом. Ребята, у меня оружия нет, давайте без этого. Еще попасть. Да. По выходным он полпатин, видишь. Дай сюда. Дай сюда меч. Меч сюда. Отбирай, отбирай. Да. Ломай его! Этого ломай! Сука. Сейчас нужно подобрать оружие. Это твои ноги такие? Да. Ну они очень забавно сейчас двигались. Ну что, девочки. Как говорил Сэм Джетстрим, let's dance! Но они что-то на очке, кстати. Они правильные на очке. Friendly fire произошел. О, мне стрим подвис. Я жесткий, да, я жесткий, что ты думал? Так, извините, у меня клиночек застрял. У меня клиночек застрял, извините, пожалуйста. Клиночек в пупочек. Опа! То есть чел пошел с кортиком на копье, да? Да. Тут не все такие разумисты. Ну да, интеллектом, конечно, он не одарен, понимаю. Сюда иди, Бахна, блядь. Пипи, первое средневековое НЛО, что было. Это Валькирия.
Прям как суши его палочкой насадил. Нихуя ты крутишься! Камбуха! Камбуха! Так. Так, лежи, лежи. Да подождите, мадам. Да убей ты ее уже, хватит ее мучить, хватит ей пирсинг на ушах делать. Чё нам стало за блядь? Дар Леонид, это ты? Да. Это я, ой, какие вы жесткие, опа! Пошел оружие поднимать. Она встала. Да. Ну, мне показалось, что она просто хоп и заспавнилась. А-а. Нет, встала, не ладно. Нет, тут спавнятся враги, а некоторые встают. Полежали, отдохнули, как говорится. Причем сложнее со временем. Понимаю. Опа, опа, опа! Сука, ты смотри, не ведутся на финты. Стали жесткими. На нахуй! Протыкание соска. Да, можно слоу-мошен включить. Так. Виси, виси, мне нравится. Мне кажется, он как-то неправильно пользуется копьем. Нормально, нормально. Давайте, ребят. У меня хороший щит. Что? Она что-то пытается сказать. Утро в Рязани. Не, ну ты, у меня конечно, хороший угнетатель. Щит, я доволен своим щитом. Ты, конечно, угнетатель. Город, куда не добрался феминизм. Так, секунду, ой. Ладно, поваляйся. Ты стой, поваляйся. Она еще и встанет после этого. Блять, у меня там стол, извините, пожалуйста. Так, ну давай. Доминейтед. Я считаю, что этой игре не хватает только сюжета. Возьми две булавы в руки. Сейчас заспавню их и возьму, сейчас. У меня за плечом короткий псевдовикинговский меч. Сейчас. А, так, булавы. Ты вот это имеешь в виду, типа? Мейс? Да. Да. Ну они коротенькие просто. Я люблю все-таки длинное оружие. Понятно. Иди сюда. На безопасную дистанцию. Нормально. Тут и луком можно пострелять. Так, давайте возьмем. Сейчас надо выпить алкоголя. А то я сейчас пойду и меня отъебут. О! Зыган. Да, я. Видал такую тему? Опа! Я так когда-то делал. И вот так тоже когда-то делал. Когда? Три года назад, когда бухал. Вот так. Так нельзя делать, только если это зелье. Зелье можно. Да не, пивко иногда можно выпить в баре, наверное, но что-то я. Давай пробуем первую волну харда. Ну доставай свои булавы. Давай, устрой рок-концерт, побарабаним по голове. Опа, оп! Ну это все, это имбострота. Не, смотри, она откатила. Стрейпит еще, жесть. Так, ну это как всегда получает поебало. А почему против тебя женщины берутся? Ты можешь выбирать с какой-нибудь спаунрейпи. А, то есть ты выбрал женщину. Больше нравится угнетать. Просто угнетать. Куда ты делся? Так, это, видимо, с гендером не определился, потому что не понять, мужчина или женщина вообще. Он с гендером. Мне еще спину долбить, пятый? Нет, пятерых не превозмога, наверное. И бинарная личность. Давай, победа на мясника. О, первый пошел. Второй пошел. Ты сломал, что ли? Третий пошел. Да. Четвертый пошел. И пятому с вертухи. Можно знаменитый вихрь из одинока, нет? У меня только... Блядь, посмотри. Ему этого мало.
Я так понимаю, в КЦД 2 усложнили боевку, потому что в КЦД 1 я бы уже всех положил. Ну видишь, они на финты не ведутся, это хард. Ага. Да не вставай! Там Friendly Fire произошло. Да, да, ну бывает такое, чисто средневековая тема. Ладно, побежали отсюда девчонки. Да интеллекта у них говно. Даже не обходят себя. Не трогайте Палпатина. Так. Так. Ох, сколько урона я схватил, а? Ребят, виртуальное домашнее насилие. Андрею не хватает рядом женщин, чтобы ее угнетать. Вот он зашел в ярко и угнетает виртуальных женщин. Короткий меч. Лучше, чем ничего, конечно. Подожди. Это хард. Это реально хард. Ну да, по КД приходится кайтить. Они еще, видишь, они уворачиваются, парируют, блин, жесткие. На финты не ведутся. Ошибочка. Нихуя! Вот это да. Это хард, да. Так ощущение, что ты молниями их просто щекочешь. Ну да, для баланса. Даггер, подобрать даггер надо. Так, секунду. А удобно на стик ходить и башкой? Ну так, жить можно. Жить можно. Отлично, тим дамаг случился. Сосать. Оп. Не, ну это не фатальный урон, я считаю. Прошел, блять. Так. Так. Оверлорд. Ау. Ну как тебе? Я подожди. Давай еще раз на раз немножечко повоюем. То есть я реально чувствую, что я упражняюсь в этой игре. Гораздо даже лучше, чем в Битсейбере. Так, можно лонгсорд? Мне вот так. Так, секунду, это лонгсорд у нас, да? Ну ладно, поехали. Блядь, хуя он там изъёбывается. Сейчас его по ручке стукну, и все закончится для него. Нормально так руку выворачивать. Вот и все. Какая ты дерзкая, а? Ох ты. Детка, подожди. Все, не дожила до зимы.
Бля, наебало меня. Нихуя ты дерзкий. Господи, вот эти вот обходящие удары, на тебе обходящий удар, нравится? Ой, извините, пожалуйста, стол чуть не разгибал. Да лежи. Ничего себе, она стрейфанула в помойку. Да. Ты его еще продамажил? Призывал или что? Да, можно самонить, но это как бы Blade & Sorcery. Для нее есть мод на Звездные войны, и спойлер, они лучше официальных игр по Звездным войнам. Гораздо. Но на световых мечах я бы в нее, конечно, поиграл. Так вперед! Есть моды! Здорово! Береги, голову береги, коленки береги, голову береги, сосок береги. Извините, я случайно. Ножка, голова, ножка, ножка, голова, голова, ножка. Опа! Неправильно, молния ебала. Щит, давай сюда. Извините. У меня оружие вдруг выпало, братан, потерпи. Все, не терпи. Пошел нахуй. Пропотел нормально. Зыган, кто-нибудь? А-а-а. Кто еще это смотрит вообще? Ну да. О, сука. О. А. Можно и в Павлов сходить теперь, кстати. А это с пушками, которые что ли игра? Да, у меня несколько есть в библии. Мне Onward нравится чуть больше геймплейна, но Павлов это типа классика. В Онварде больше пиндосов, в Павлове больше русских и европейцев. Но в Онварде там time to kill такой более-менее адекватный, в Павлове все КСное. Павлов это по сути КС VR. По большому счету. А как открыть чат Battlefield 4, мне кто-нибудь помнит, нет? Т, Y и У. Просто меня тут за читы хотят нахуй выкинуть. Справедливо. Слишком сильно ебу. Так. Давайте с ботами побегу немножко. А Заган, ты не видел Павлова, да? Не-не. Блин, что подлазит немножко. Вот, давай. Блин, о, блядь. Револьвер... Не люблю револьверы. Бля. Меня отъебали. Ладно, сейчас куплю себе что-нибудь получше. А, нет, не вот это. И так в КС.
Так, это наши пацаны идут. Дурак, что ли? Ну это бот. От него много трудно. Я отрел бот тоже. Юрий тебя наказал. Да. Сейчас, смотри, прокачка будет жесткая. У тебя стрим каждые 5 секунд подвисает. Это, скорее всего, проблема именно моя с миксером. Не, сейчас буду это самое. Сейчас пока что ресерчу, потому что, ну, как ток-шоу вечером. Товарищи, вот и. Блин, эти крестики, которые типа лимитируют твое предложение. Да, это Жалкус, это Жалкус Мирр. Если бы я родные приложения писал, их бы не было. Я просто писал, что пишу через Мирр, потому что у него фов побольше. Кто, блядь, где враги вообще? Хорош. Свой. Ну ты понял, что перезарядка ручная, как бы сюда. Я спецназ. Где враги, там не будет. А, вон второй этаж. Сейчас есть спуск. О! Маловато ботов, я бы поставил твой больше. Сейчас. Так, КС сосать. Так, проходи. Надо перезаряжать, ладно. Открой камеру. Камеру открой. Я не понимаю, что он камеру не хочет открывать. А, сверху такой заряжается вроде. А, во. Не понял. Или он не открыл верхнюю камеру, пока не разрешил до конца все шесть. Не понимаю, короче, нихуя, ладно. Ладно, смотри, вот история. Вот. Цыган. Великие игры о великой войне, короче. Ну, блин, выглядит прикольно, играется, я думаю, вообще супер. Да. Ладно, ребят, это был незапланированный стримец. У меня потери кадров 1000%, что неудивительно. Ладно, ребят, через час увидимся на ток-шоу.